прохладно, влажно и дождливо в Виннете. Орешка приветствует, представляет и приглашает. 22 черня, 22 июня 2022 рик, среда. Говорит и показывает Виннетя, центр Украины. Жемчужина Поділля, перлина Поділля, місто над Бугом. Вишенское озеро, Вишенский парк с вами. Дождь с переменным успехом поливает почти без остановки всю ночь. И сейчас продолжается уже послеобеденное время. Ну и сравним картинку, да. Совсем недавно до плюс 30 и аншлаг было, не было мест. А сегодня плюс 15. Вечернее ночное время плюс 12 прогнозируется. Вчера начинался прохладный ветер и дождь 80%, а сегодня 100%, и прогнозы синоптиков сбываются. Один из прохладных дней этого лета. Лето набирает обороты. Обычно в это время я уже на море, но в этом году все не так, все по-другому. Приглашаю, дорогие, на обзорный репортаж от Орешка. И тем не менее, кто-то скажет, погода, все прекрасно, все прелестно для огородов, для урожая, для лесов и полей. Освежает, проветривает, и для нашей жизни также это просто чудесно. Освежает природу и оживляет. Клубника плюс 50 было вчера, на черешню не успел, где-то около 75. И, как говорит продавщица, это уже цена окончательно низкая, поэтому не ждите, дешевле не будет. И уже время подходит клубники уже к завершению. Черешня еще будет чуть подольше. Курс US-доллар 35,5. Топливо для автотранспорта появляется, но уже дороже. Есть и бензин, и газ, и на заправке, который по юности я проходил, был и бензин. Так что смотрите. Нерест на лов рыбы прошел с 20 числа, но все равно ограничения остаются. Это 5 крючков, рыба, занесенная в Красную книгу, есть ограничения. Ну а нерест уже прошел, так что следите, смотрите также. Всем привет от Федора Петровича Новика. Это спортивный деятель, теннис. Дома. Жив-здоров, веселый, бодрый голос, позвонил, поговорили по телефону, нормально, хоккей, 82 года, Федор Петрович Новик, многие спрашивают, где, не видно, в порядке. Также привет от папули, сегодня пропустили прогулку, влажно, прохладно, но мы это наверстаем, впереди еще лето, впереди, ну действительно запах, и птицам радость, и ну... О, слышите, только вот вспомнили про птичек, и орешник оживает также здесь. Ну, просто чудово, просто шикарно, свежайший воздух. Но я не знаю, почему все-таки люди ждут, да, можно выходить, зонтик, если вам необходим. Воздух-то свежайший, трещит дерево. Предварительная информация, ледовый клуб планируется открыть в начале или в июле, так скажем. Но это пока информация на тоненького. Планируется, готовится. Детский хоккейный лагерь спортивный, возможно. Будем подождать, да, не так все просто. Все сложно, даже очень сложно. Поэтому информация такая предварительная, неофициальная от Орешка. Но будем надеяться, что ледовый клуб в Центральном парке культуры имени Леонтовича откроется, встретит нас. Это коньки, это фигурное катание, это хоккей с шайбой. Ждем-с. Официальных соревнований пока в Виннице не проводится.
пока только тренировочные игры футболистов, ну и контрольные забеги легкоатлетов в Виннице. Намокает немного камера, я прячусь, но никак не спрячешься. Ну и прокат машинок пока отдыхает, только говорил с работниками и персоналом, вот, жарко, много людей. А вот такие дни также бывают, да, это сезонная работа, летняя, поэтому сейчас приходится погрустить. Ну и одинокие пловцы также есть, да. Не хворать, не болеть, Афидрусейн, гудбай, ариведерчи, намокаю, спешу, бегу из засады. Ваша Решка здесь и передает винницкий привет из from Ukraine. С любовью и душой. Будьте мне здоровы и счастливы. Благодарю YouTube за возможность, да, и поддержку Орешка. Это также очень важно, когда многие страны, города могут увидеть и услышать меня. Не забудьте подписаться, да, подключиться к каналу YouTube Орешка, и вы будете в курсе всех событий. И ждем также морских новостей. Чао, бомбина, ауфидерзейн. Па-па!